Всем привет! Сегодня снова собрались на рыбалочку. У нас сегодня выпал снежок, началась зима. Поэтому, скорее всего, последняя рыбалка по жидкой воде. Попробуем, покидаем. Посмотрим, будет чего, не будет. На улице морозик сегодня. -4. Уже местами затянуло даже. С первых забросов как-то поклевок нету. Возможно, уже и не будет. Снежочек. Красота. В прошлый раз уже здесь, с берега, было. В этот раз нету. Ну вот уже на воде выбрались. Да? А что делать? Напрыскали водошкой, чтоб не мерзла. О, как теперь скользит. Летит. Прям как... Там вот мерзала, тормозила. Теперь прям летит. Блин, ну всплеск был. Всплеск был, да. Что-то значит было. Только вопрос, где? Вся щука. Вот тут еще может быть. Всякие окошки тут, смотрю я. Туда. Вот там что-то как плеснулось, не всплеснулось. О, бахнуло. Эх, не, промазал. Ну видел, да, было? Видел, да. Мелкая очень. Ну мелкая, да, но сразу бахнуло, я видел. Она вылетела с травы, да. Приманку видно, только дум. Оп. Оп, есть. Опять ушла. Та же самая. Наверное, да. Такие места, блин. Ну, такие места красивые. О, видел? Сошла. О, и тебе бахнуло. Зикарнись, наверное. Там не маленькая. О, ты ж, ё-моё. Тоже стояла? Да. Только это погналось. Она спалилась жестко. Еще и лодка рядом. Около берега место. Да. Опа. Нифига себе. Вот это кадр будет. Вот это кадр, да.